Глава Чувашии потребовал в кратчайшие сроки разрешить споры вокруг дороги в микрорайоне Солнечный. Здесь один из застройщиков разобрал временную проезжую часть. На протяжении нескольких дней жильцы подъезжали к домам по грунтовке. Просьбой разрешить проблему жители микрорайона обратились к главе региона. Михаил Игнатьев потребовал урегулировать конфликт с застройщиками. Таким вредителем нельзя, конечно, быть. Вы какие меры сейчас приняли? Потому что обращение людей, они сейчас, имея информационные технологии, будут обращаться и в адрес руководства страны. Снять надо эту социальную напряженность. Мы обеспечили проезд со стороны дома тракторостроителей 56, корпус 1. Совместно с заместителем прокурора Калининского района выезжали на место встречи с жителями. Прокуратура сейчас осуществляется проверка. Сейчас в администрации Чебоксар решают вопросы строительством постоянной дороги в микрорайон. В следующем году за счет федеральных средств республиканского городского бюджета будет построена дорога. То есть то, что можно, мы делаем и оказываем помощь и содействие. До того, как будет построена дорога, было соглашение и была договоренность между руководителем компании «Устра», «Удача» и администрацией города, что по землям строительной компании «Устра» будет проведена временная дорога для обеспечения жителей в этот микрорайон, для обеспечения проезда в этот микрорайон.